Торжественное собрание в честь Дня строителя состоялось в Пушкинском театре Владивостока. От имени губернатора края Олега Кожемяка первый зампредседателя правительства Приморского края Виталий Блоцкий поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Сегодня темп развития нашего края предопределяет жилье и комфортная среда. Это драйвер нашего движения вперед. Наша задача не только закрепить население в крае, но и привлечь людей из разных регионов страны. Нам удается наращивать темпы строительства жилья. За 23 год введен 1 миллион 209 тысяч квадратных метров. А плановое значение было 1 миллион 100. В текущем году мы планируем ввести не менее 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. При этом мы отвечаем на вызов роста стоимости жилья инструментами поддержками и поддержки застройщиков. Берем на себя расходы по инфраструктуре. Сфера строительства активно участвует в реализации социальных проектов в образовании, медицине, спорте. Сейчас ведется возведение музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке, который станет символом края. Строительная отрасль всегда была настоящим локомотивом экономики Приморья. И сегодня она остается одной из самых востребованных. Приморские строители хранят и развивают сложившиеся трудовые традиции. Используют наработанный опыт, при этом внедряют передовые современные технологии. Дорогие друзья, желаю вам всем профессиональной активности, достойных проектов, надежных партнеров, покорения новых строительных высот на благо нашего любимого края. С праздником, дорогие товарищи! Также строителей поздравил и наградил глава Владивостока Константин Шестаков. Завершилось торжественное собрание концертными номерами. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.